трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российское правительство поддержало законопроект, согласно которому камерами фото-видеофиксации нарушений должны быть оборудованы все железнодорожные переезды в стране. Причем оплачивать установку камер будут не РЖД, а хозяева автодорог. Это, как известно, могут быть и федеральные, и региональные, и муниципальные власти, а также ведомства и частники. Деньги на новшество они должны предусмотреть в рамках общего финансирования строительства и ремонта автотрасс. Трасса 101. Если водитель не нарушает ПДД и не получает штрафов, на ОСАГО ему нужно предоставлять дополнительную скидку. Такую инициативу выдвинуло Министерство финансов. Дополнительную, значит, плюсом к коэффициенту бонус-малус. Однако не все так радужно. Одновременно Минфин говорит о либерализации тарифов автогражданки, то есть об увеличении разницы между нижней и верхней ценовой планкой. Трасса 101. В каком регионе автомобилисты чаще всего получают письма счастья? Таким вопросом задались аналитики портала «Штрафы ГИБДД». Выяснилось, что безусловный фаворит в этом отношении – Республика Татарстан. На втором месте – Москва, на третьем – Тверская область. Также в пятерке лидеров оказались Кабардино-Балкария и Рязань. Наименьший риск попасть в объектив дорожной камеры – в Оренбургской области, на Алтае и Ставропольском крае. Трасса 101. У популярного сервиса «Яндекс.Навигатор» появится новая функция. Программа будет подсказывать водителю, где находятся опасные участки дорог или проводятся ремонтные работы. Это зафиксировано в соглашении, которое интернет-компания заключила с Минкомсвязью. Отмечу, что недавно было объявлено о том, что упомянутый сервис станет платным для таксистов, грузоперевозчиков, курьерских служб и других фирм, специализирующихся на доставке пассажиров и товаров. Специалисты компании Nissan создали автомобильный бокс-подлокотник для смартфона, внутри которого невозможен прием сотового сигнала, Wi-Fi, Bluetooth и других частот. Смысл в том, чтобы автомобилист забыл на время поездки о гаджете и полностью сосредоточился на вождении. Ожидается, что в будущем изобретение будет предлагаться в качестве опции на всех моделях японской марки. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.